Дорогие друзья, здравствуйте! Мы очень рады приветствовать в этом году Союз литераторов России. Познакомились мы в конце прошлого года, и, как оказалось, встреча стала такой не просто памятной, но и имеющей продолжение, поэтому теперь мы будем рады ежемесячно, каждую третью среду, ну вот сегодня у нас четвертая среда, а так каждую третью среду мы будем рады приветствовать вас в нашем музее «Экслибрис» и миниатюрной книги и с удовольствием принимать ваши вот поэтические вечера в наших стенах. Сегодня еще замечательный день, вот такое случайное совпадение, но я все время говорю, что у Господа Бога случайных встреч не бывает, поэтому сегодня случайно так вот совпало у нас заседание клуба миниатюрной книги и поэтический вечер Союза литераторов. Клуб миниатюрной книги у нас собирается вторую и четвертую среду, ну вот клуб литераторов, Союз литераторов будет собираться третью среду, так что вот литературные среды у нас продолжатся. И еще мне кажется, что все вот не случайно, я уже не знаю, кто кого на что сподвиг, но то, что мы сегодня увидели вашу газету миниатюрную «Мол», она, конечно, заинтересовала и в первую очередь членов клуба миниатюрной книги. И мы надеемся, что вот это вот сотрудничество такое творческое, оно продолжится, расширится и укрепится. И, может быть, кто-то из вас примкнет к нашим миниатюристам, а среди миниатюристов есть у нас поэты, поэтому я думаю, мы все в одном таком поле литературном, книжном, которое нас объединяет. Здравствуйте, дорогие товарищи, да, я хочу вас поприветствовать. Сегодня так получилось, что у нас вот наши два заседания. Ваше первое заседание, да, а наше здесь систематически проходит. Вот сегодня они проходят в одно время, поэтому так получилось, что мы присутствуем вот в нашем, пусть небольшом количестве нашего клуба, но присутствуем сегодня совместно на этом мероприятии. Московский клуб любителей миниатюрных книг, он был образован 2 июня 1971 года, то есть уже имеет давнюю свою историю. За вот эти годы, свыше в этом году 45 лет, ему исполнится в июне, за эти годы через клуб прошло, наверное, будем где-то так говорить, свыше 220-230 человек. Куда они потом делись? Ну, куда люди деваются потом? Это же вот вопрос, да, они пошли дальше, да. Они пошли дальше. Они коллекционировали миниатюрные книги, да, и пошли дальше, все правильно. Ну, представляете, 45 лет, это, будем так говорить, это полвека почти, большой период. Вот. Сегодня клуб у нас представляет из себя где-то около 25-30 человек, нормально функционирующих. Членами клуба являются и даже представители из других городов, поэтому не всегда бывает так, что им удается приезжать и работать здесь на наших заседаниях. Вот. В нашем клубе, ну, миниатюрная книга, наверное, так как вы литераторы, вы, наверное, многие из вас знают, что такое миниатюрная книга. Вот. Это издание, которое по своим размерам не превышает, у нас в Союзе это было принято, не превышает 100 миллиметров. То есть ширину на высоту книжного блока, размер книжного блока без учета переплета не превышает 100 миллиметров. Миниатюрная книга, конечно, есть жанры, которые наиболее приспособлены для издания в миниатюрном исполнении. Но я представляю так, что если вот, например, вы начинающие поэты, у вас еще пока небольшие сборники стихов, то они наиболее, наверное, могут быть изданы и наиболее будут смотреться именно в миниатюрном формате. Если вы уже поэт со стажем, да, и у вас большой очень задел уже литературный, то тут, наверное, конечно, для издания этих произведений нужна будет книга большого формата. Вот.
Ну, о миниатюрной книге можно рассказывать, конечно, много. Я хочу сказать, что у нас в клубе есть и переплетчики, в клубе есть и издатели, есть и художники, которые оформляют миниатюрные книги. То есть самые, будем так говорить, разные специальности, которые необходимы для издания книг вообще и миниатюрной книги в частности. Вот, поэтому у нас заседание здесь проходит вот, на базе МСК, на базе музея экслибриса и миниатюрной книги. Проходит вторую и четвертую среду с 16 до 18 часов. Поэтому, кто из вас заинтересовался, пожалуйста, я приглашаю. Вы окунетесь в удивительный мир миниатюрной книги. У нас очень много мы изданий издаем. У нас есть специальные издательства, которые специализируются на выпуске миниатюрных книг. Вот. Эти книги можно будет и здесь, в клубе у нас приобретать. Вот. Ну, если вы этим увлечетесь, вы потом почувствуете, как миниатюрная книга, она всецело может вас захватить и поглотить. Вот. Пожалуйста, приходите к нам на наши встречи, мы будем рады. Если вам понравится, вступайте в клуб, тоже будем рады. И готовы к взаимному сотрудничеству, к взаимному общению хорошему. На благо миниатюрной книги, на благо литературного творчества вообще, в целом. Так что, пожалуйста, милости просим. Спасибо. Спасибо вам. Хотелось бы поспорить немножко. Вопросы будем задавать потом, а вот поспорить сразу. Потому что вы сказали, что вот когда начинающие, хорошо в миниатюрной книге, а когда маститые, можно уже большого формата. А мы как-то подумали, что как раз наоборот. Когда начинающий, можно крупный формат, там, с картинками, с большими фотографиями, с серьезными рассказами о себе. А вот когда уже пошло все всерьез, вот тут-то интересно и перейти на миниатюру, как сделали и мы. С 1993 года выходила газета «Мол». Эта газета Московского объединения литераторов, Союза литераторов России. Она выходила в обычном человеческом формате, как все газеты. И потом мы сделали ее интернет-изданием, потому что денег уже не было вот после кризиса 98 года, особенно после 2008 года, и она стала интернет-изданием. Но некоторое время назад, в канун нового 2016 года, нас пригласили сюда. Мы пришли в этот удивительный музей экслибриса и миниатюрной книги, увидели все, что здесь есть, и почувствовали, что вошла в нас некоторая зараза. То есть мы почувствовали, что там грипп, а у нас гораздо хуже. У нас миниатюра вдруг появилась где-то в сердце. Причем мы не сразу это почувствовали, но вдруг мы вспомнили. Выходила у нас газета «Мол». Есть у нас люди, которые занимаются нанотехнологиями. И говорят о них много. Технологиями. Говорят много о них, да. Но где вот результат? И мы очень быстро стали искать человека, который смог бы сверстать газету в размере 5 на 10 сантиметров. И мы нашли профессионального верстальщика, он должен сюда приехать, он опаздывает, пока поэта, замечательного дизайнера Константина Шаповалова. Он, когда услышал, что мы хотим такую газету, мы говорим, не должно превышать 10 сантиметров. Мы теперь все знаем, посетив музей экслибриса и миниатюрной книги. Он сказал, ну, я позвоню в типографию еще, с ними поговорю. И он долго консультировался, он долго все это подбирал. И когда увидела наша знакомая генеральный директор журнала «Архитектура России» первый выпуск, пробный, нашей газеты, она сказала, ну, это совершенно фантастическая верстка, как это здорово сделано. Мы тогда первый вот номер нашей газеты выпустили в цифре. Второй номер немножко изменили, 7 на 10, не 5 на 10, как сначала, а 7 на 10, чтобы две полосы, чтобы как настоящая газета. И потом
мы подумали, фотографии не очень. А что, если во всете? А поскольку мы почувствовали невероятный приток интереса к этому маленькому изданию, причем мгновенный, то мы решили создать попечительский совет. Мы открыли в Институте русского языка имени Виноградова напротив храма Христа Спасителя, который располагается, клуб мини-молистов. Мол, значит, газета, в середине мини, те, которые все это любят. И потекли интересные предложения. То есть мы чувствуем, что мы и первый, и второй номер переиздадим во всете, когда уже иначе будут звучать фотографии и сама газета, и будем выпускать ее раз в месяц, как и выпускалась когда-то газета «Мол». Какие цели мы преследуем? Это же не хохма какая-нибудь, это на самом деле очень серьезно. Во-первых, мы сберегаем наш лес, которого осталось уже не так много, как было когда-то на необъятных просторах нашей России. Потом мы сберегаем организм от пыли. Представьте, огромные подшивки газет, там литературка какая-нибудь. Это сколько места это все занимает. А у нас пришел домой гвоздик в прихожей, повесил газетку. И все. Понимаете, больше места не надо. У кого аллергия, а у нас есть много членов Союза, которые страдают аллергией, от такого маленького формата и страдать-то не будут. Поэтому мы решили назвать нашу газету антикризисной, нано-газетой Союза литераторов России «Мол». И вот в таком виде будем ее выпускать, как второй февральский номер. То есть мы мгновенно, невероятно быстро это получается, издаем именно литературную газету. И мне хотелось бы вас познакомить с теми материалами, которые у нас представлены в первом и во втором номере. Мы сделали, естественно, рубрикацию. Одна из рубрик у нас называется «Память сердца». Там мы помещаем такие материалы, и вы поймете, какие будут здесь еще, как статья Дмитрия Цесельчука, члена редколлегии нашей газеты, статья к 130-летию со дня рождения и 95-летию со дня смерти Николая Гумилева. Далее во втором номере, февральском, мы помещаем воспоминания Натальи Павловны Пахомовой, известный архитектор, литератор. У нее замечательный материал «Встреча с Надеждой Мандельштам». Далее памяти Иосифа Бродского мы помещаем несколько стихотворений ушедшего от нас Андрея Голова, Олега Богданова. Они посвящены памяти Иосифа Бродского. Далее у нас раздел «Государственный стипендиат». Это те люди, которым помогает государство через Министерство культуры и через наш Союз литераторов. Это замечательная молодая поэтесса и сказочница, она еще сказки теперь пишет, Анастасия Зайцева из Челябинска. Ну, здесь ее нет, Челябинск далеко. И Дарьяна Лемтюжникова, которая здесь присутствует. Дарьяна, покажитесь. Она не только литератор, не только художник, она еще и физик. И там интереснейший материал, который называется «Разлом времени». Это во втором номере нашей газеты «Мол». Есть раздел «Визитная карточка литератора», где помещены отрывки из книг Григория Тачкова «Земной работник» и Константина Шаповалова «В потоке света». В разделе поэзии во втором номере большая подборка стихов Людмилы Серовой. Людмила Дмитриевна, покажитесь. И здесь был совершенно невероятный курьезный случай. Конечно, у нас есть раздел прозы. И к нам недавно вступил в Союз литераторов Алексей Герасимов. Алексей Герасимов. Его первая большая публикация – это интереснейший рассказ. Очень советую всем познакомиться с этим молодым автором. «Чужие жизни. Секция метафизического реализма». Как вы знаете, в октябре 2015 года ушел из жизни Юрий Витальевич Мамлеев. И вот Алексей Герасимов – это ученик Юрия Витальевича. И он вступил к нам в Союз литераторов совсем недавно. Ну и
я ему звоню и говорю: Алексей, вот первая ваша публикация в газете «Мол». Он очень обрадовался. Я говорю: только она вот у нас маленького размера. 5 на 10 сантиметров. Там было обескураживающе. Ну, тогда мы еще не знали. Его рассказ мы опубликовали в втором номере. Это 7 на 10 сантиметров. И такая абсолютная тишина. То есть, как воспринимать? То ли издеваются над ним, то ли еще как-то. Но я думаю, то, что сейчас видит Алексей, в общем, интерес к этой газете, он понимает, что это необычно. Любая публикация там в литературке или еще где-то не произведет такого фурора, как публикация в этой крошечной газете. Потом у нас есть раздел для самых-самых, это обязательно, раздел для детей, и там стихи Владимира Криворучка и маленькие рассказы Станиславы Дориной. Потом мы придумали раздел «Смеха-молка», «Смеха», потом «Молка». Да? И в этом разделе очень забавные стихи Петры Кифа, Владимира Кустова. Владимир Кустов здесь. Покажитесь, Володя. Где у нас? Вот, Владимир Кустов. У него книжка недавно вышла «Снежный человек». Так бы название вполне соответствует и разделу «Смехомолка». Александра Петровича Сырова, Иосифа Рабиновича и Тамары Клейман. Раздел «Повесть моловских лет». Минус 20 по шкале времен. То, что было 20 лет назад в газете «Мол» опубликовано. О первом конкурсе памяти Владимира Высоцкого, который проходил 20 лет назад. «Вечер памяти Иосифа Бродского» в Доме духовного наследия 20 лет назад. Еще один раздел «Минус 15 по шкале времен». И вот там я очень рекомендую внимательно прочитать. Мы помещаем прогнозы на 21 век. Причем интересно прочитать, сбылись эти прогнозы или нет. То, что было 15 лет назад, и об этом писали Лариса Пияшева, я думаю, что многие помнят этого интереснейшего экономиста. Лариса Ивановна была членом нашего союза, Игоря Харичева, Александра Ухова, Евгения Рейна. Во втором номере Юрия Мамлеева, Михаила Емельянова, Владимира Прибыткова. Так вот, то, что написала Лариса Пияшева, это ошеломляет. У вас будет возможность почитать, посмотрите ее прогноз и то, что сейчас происходит у нас. Ну и во втором номере мы помещаем новый раздел, раздел «Клуб мини-мол-истов». И там два автора. Валерий Дудаков, он сейчас в Лондоне, скоро прилетит. Мы помещаем его стихотворение. И Наталья Шмелькова, рассказ «Мои беседы со Львом Толстым». Это все известные имена, имена интересные, и они сразу же вступили в клуб минималистов, который мы открыли в Институте русского языка. Вот такова история. Но мы решили, кто-то из наших членов Союза сказал: а гонорары будут? Сейчас ведь обычно наоборот платят за то, чтобы опубликовали. Мы сделали гонорарный фонд. И вот здесь гонорарчики лежат, гонорары в мешках, наполненных. А мешки такого же формата? Сейчас увидишь, Тамар, ты же получишь гонорарчик. Вот. И у нас сегодня как раз несколько человек имеют счастливую возможность получить гонорары в мешках, серебряные и золотистые, серебристые и золотистые монеты. Так что гонорары будет вручать член редколлегии Наталья Рожкова и Дмитрий Цесельчук. Про утро и вечер рассказывал ветер земле и небу. И слушала ухо земли, небо ухом, как его вели к дереву, к реву толпы, пыль завесую храма подняв. Сон или явь, он, руки раскинув, тверд на груди убаюкал, голубую, с прожилками облаков, в землю оков, исходя кровью. И не было слов у скорби с любовью. «Время – снег». Это я посвящаю актеру Заманскому. Вот.
За окном снег идет, время снег, заметая следы прохожих, и бесследно уйдет человек, на растаявший снег похожий. Время снег, крыть следы не спеши. Человек еще на полдороге и не понял своей он души. Разобраться дано в ней немногим. За сном снег идет, время снег. Человек идет в мыслях о Боге, и все ближе к концу его век. След божественный, время не трогай. Память сердца, у меня сразу такая теплая волна, действительно, память сердца, потому что первая моя самая книжка была как раз такого формата. Это было приложение к журналу «Клуб», ее нужно было вырезать, скрепить скрепочками, там были иллюстрации хорошего художника, и я столкнулась с одним из авторов в редакции, он говорит: ой, знаете, а я взял и увеличил, я на ксероксе вот увеличил, чтобы она была вот такая, ну, как тетрадка, книжка. А редактор говорит: да какой глупый, вот он не понимает, ведь эти маленькие книжечки, они как раз библиографическая редкость, их как раз ими интересуются вот миниатюристы. Поэтому, но газету, честно скажу, я газету не видела никогда. Вот миниатюрная газета – это действительно наше ноу-хау. И вот, вы знаете, да, и вот та книжечка у меня хранится с автографом, я написала «Самому дорогому другу Саше». Этот дорогой друг Саша стал моим мужем, к сожалению, 10 лет назад он ушел из жизни, и вот сейчас в газете, мол, Станислава Дорина, это моя дочь, вот эта взрослая девушка, которая уже переходит на 4-й курс РГГУ, и тут ее очень ранние такие совсем-совсем детские стихи, ну а я, как и любая мама, конечно, люблю восхищаться, да? Например, такие: «Летом яблочки звенят и тихонько говорят, хорошо, что мы растем и на столик к вам придем». Вот. Или, допустим, такое: белка скачет, и в дупло орешки прячет. К ней лошадка подскочила, прямо в домик подсадила. Вот меня бы кто-нибудь так тоже подсадил. Вот. Так что спасибо большое, я очень рада, что я вступила в этот клуб, и очень рада, что такая замечательная газета выходит. И я думаю, у нее большое будущее в современном литературном пространстве. Спасибо. Выбирай гонорар. А вот я... Так, ну что, читать? Помучить публику? Что? По мини-книжке или по... А я по мини не знаю, там что вошло-то, я сейчас... Вошло там другой раз. Ну, давай, я там, а там без микроскопа справлюсь. Ладно, в другой раз. О, коротенькая. «Я никогда тебя не встречу ни в этой жизни и ни в той. Напрасно зажигают свечи на небе лунной постовой, сбивает с курса навигатор, по-своему ревнуя нас, и, заплывая за фарватер, мы пьем вино зеленых глаз, дымок волшебного кальяна уносит в дальние края, и одиночество, как рана, терзает тело бытия». Поздороваться. «Сейте разумное, доброе, вечное, но не рассчитывайте на урожай. Наше правовое государство сплошь утыкано запрещающими знаками. Рабский труд позволяет многим жить свободно. Сейчас, секунду. История предпочитает точность побед и округленность потерь. Правда – последнее пристанище истории.
Русский мат непереводим, поэтому все пользуются первоисточником. Корабль дураков – непотопляемое судно. Жизнь меняется к лучшему по самому скверному сценарию. Велика Россия, а жить негде. Спасибо. Прочитаю-ка я, пожалуй, свой разлом времени, который напечатан в книжечке. Значит, по этой концепции, которая здесь представлена, собственно, состоялась серия мероприятий, которые представляют из себя, ну, такой симбиоз науки и искусства. То есть, кроме научных конференций на тему разлома времени, на этих мероприятиях также были представлены литература, музыка и живопись. Значит, и, собственно, я не думаю, что это было окончательным. Я думаю, что эти мероприятия будут продолжаться. И, в общем, я буду изучать. Итак, разлом времени. Как правило, время равномерно. Все, что происходит сегодня, несет черты прошлого времени, того, которое в данный момент показывают часы, а также одного из тех, что произойдет позже с некоторой вероятностью. Искусство является отображением времени и событий. Оно зависит от того сегодня, которое красуется на собственных часах художника, и от тех событий, которые настигли его во время творения. Иногда в истории возникают очень насыщенные событиями этапы, когда время теряет свою равномерность. В искусстве происходит процесс насыщения временем и становится мало настоящего времени, определяемого часами. Искусство приобретает черты не только настоящего, но и прошлого и будущего. Задача художника – схватить это ощущение и воплотить в своем произведении. Все новые цивилизации в истории человечества возникли на границе нелинейности, разлома времени. Россия является территорией, подверженной вспышкам перенасыщенного времени. Символ таких времен – новый иероглиф, который появляется в качестве симбиоза двух и более иероглифов, уже включенных в письменную культуру. Новое время рождается в прямом столкновении прошлого и будущего. Череда вчерашних и завтрашних дней оказывается в разломе времени. Еще немного, и, может быть, время вернется на привычную прямую. Но нам останутся произведения искусства, рожденные в разломе времени. Спасибо. Ну, теперь вот мне бы хотелось представить Алексея Герасимова. Да? Алексея Герасимова. Ваша проза. Замечательно. Так, я вижу, подошел, собственно, тот, без кого, может быть, мы не имели бы эту газету вот именно в таком вот варианте. Да? Подошел художник, дизайнер, о котором вот говорил Нина Васильевна, Константин Шаповалов. И автор, да. И автор, конечно, Константин Шаповалов. Нынче слякоть, не хватит цветов в декабрях, хоть на тюбик какой-нибудь краски. Прежних дней все оттенки печали скорбят монотонно по чьей-то указке. Вертит круг, продолжая свое ремесло, без конца метафизика мысли. Эй, гончар, ты слепи мне из глины весло, чтобы плыть по оттенкам и смыслам. По асфальту, который стоит, как вода, сквозь безвремени брошенный полог. Бродит свет, или это мерцает звезда, к путь которой близок и долог. Говорят, нынче будет безрадостный год. Говорят, все пройдет, все пройдет. Белых крыльев, белый взлет. Мне за ними бы отправиться в полет, от восторга высоты едва дыша. Ах, как светится, как мается душа. Белых крыльев, белый сон. Кто-то был в тебя загадочно влюблен.
Песни неба пел и грустного дождя. Кто-то ждал, но был ли это я? Белых крыльев, белый стих. Теплый ветер разносил, но вдруг затих. Видно, ноша эта стала тяжела, и страница на столе белым бела. Ну и последний. В потоке света день лучезарный мой, теплом согретый, священный и земной. Средь тысяч мнений вершится ремесло, незримый гений творит свое число. Переживая минуты за века, найдет у рая другие берега. Зачем не спросят, неистово спешит, он лепту вносит в задел чужой души. В потоке света, струящегося вниз, поют поэты, и вместе с ними жизнь. Спасибо. Ну вот так как мы сегодня ждали второго номера и получали в таких... Ну, первый номер, если кто не знает, нам типография отказала за отсутствием бумаги. И на встречу у Сергея Дмитриевича Шелова в Институте русского языка мы привезли этот тираж неожиданно. Потому что оказалось, что они... поскребли по сусекам и бумагу нашли. Вот. А второй номер – это точное подобие, пропорции аргумента и факты, и газеты «Мол», она в таком формате вот выходила. Но мини, подобное. Вот здесь есть раздел вот, «Память сердца». Андрей Голов и Олег Богдамов, ушедшие от нас. Вот. И отрывок, посвященный из поэмы моей «Август 96», она написана в сонетах, поэтому я вот прочту тогда пару сонетов. Да, тут их три вообще-то, три, да. За что прошу прощения, слушатель, но, слава богу, это не венок. Август 96. Отрывок из поэмы памяти Иосифа Бродского. Уходит август, умирает лето. Лишь мастер может мастер понять. Должно быть, есть последняя примета. Таких назвать могу хотя бы пять. Адмиралтейская игла, заноза, подноса бабкиного золотая медь, любви и смерти гибельная проза. Мадонна, ты Матроной стала, ведь знаток и сноб, прости вихрянье темы и в ямбе нехороший перебив, но жизни интересны не за тем мы, что кем-то стали, или перепив, витийствуем о том, о сём, о пятом, будь на кресте поэзии распятым, как, скажем, Бродский, в 91-м, вел Мандельштама в Лондоне конгресс. Иосиф был его троичным нервом. Троичность Бога невозможна без его язвительно взыскующего носа. Он всовывал его куда хотел. Бывало, после хитрого вопроса докладчик отряхался и пыхтел, оправдываясь, поправляя брюки. Таков был комментарий, что один фальцетом вдруг запел. Какие муки стерпел самовлюбленный господин. А впрочем, клал я на него с прибором. Уж если красть, так быть багдадским вором. Исламские мотивы в Мандельштаме, Иосиф возмутился. Ерунда. Ригведа зачинается на яме, дыре и боге. Словом, города зачем сжигать? Докладчик сжался в точку. У вас, my darling, воспалился мозг. А Мандельштам, возьми любую строчку, был образован и культурен в лоск, как и любой интеллигент эпохи. Восток и Запад, знавшие вполне все философии, все подвохи,
всю отвлеченность истины в вине, intelligence, ум, а не mind и brain. Знай все о всем, как мой учитель Рейн. Вы видели несколько наших авторов нашей газеты «Мол», антикризисные, я напомню, «Нано-газеты». Нам очень бы хотелось, чтобы в этой газете публиковались и наши друзья, которые издают журнал поэтов. В этом году у выдающегося поэта, я бы именно так сказала, Елены Кацубы, юбилей. И очень хотелось бы, чтобы они закончили представление нашей газеты своими стихами. Елена Кацуба и Константин Кедров. Ну, не только у меня юбилей, а еще и юбилей у нашего журнала поэтов, которому исполнилось 10 лет, ой, 20 лет. Вот, начинался он как газета, кстати, нормальной человеческой величины, как Нина сказала. Вот, но потом, значит, со второго номера он стал в форме 16-полосного журнала. Вот, и, значит, в 2000 году мы сделали специальный выпуск для конгресса пен-клубов в Москве и стали уже называться журналом поэтов. И в этом году мы решили, что раз у нас юбилей, то у нас весь год будет юбилейный. И если у кого возникнет желание что-нибудь рассказать о нашем журнале, поскольку здесь есть и авторы нашего журнала, то мы с удовольствием это будем публиковать весь год под рубрикой «Нам 20 лет». Вот. Ну, что стихотворение? Ну, вот есть много всяких дней, да, там дней пекаря, дней лекаря, библиотекаря, штукатура, милиционера. А я предлагаю учредить день вот того, что в нашей жизни присутствует ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. День зеркал. Всемирный день зеркал. Поздравьте свое отражение. Оцените тяжелый труд. Сколько дней, ночей, вечеров, утр оно копирует ваши движения. Бежит от зеркала к зеркалу. Скользит из окна в окно. Прыгает из витрины в витрину, спеша отразить и лицо, и спину, измеряет скорость движения, чтобы не отстать и не забежать вперед, падает в лужи, не думая про унижение. Помни при том, что угол падения равен углу отражения. Дробится в автомобилях, светлых и темных очках, в чайных чашках и кофейных чашечках, в кастрюльных боках, в ложке супа и в ложке без супа, как это скучно и тупо, скажете вы, но вы не правы. Это только прелюдия. Все люди отражаются друг у друга в глазах, из глаз в глаза скользя. Вот только в этих мгновениях смысл и жизнь отражения. Дело в том, что такой есть господин Секон Банк, который защитил диссертацию по Солженицыну. Он заместитель главного редактора журнала «Литература 21 века». В Южной Корее есть такой журнал. У нас нет, а у них вот есть. Вот. И он, значит, защитив диссертацию по Солженицыну, по раковому корпусу и в круге первом, так он мне объяснил, задумался, а что, если у них такая, как он считает, гениальная проза, то должна быть не менее гениальная поэзия. Он пришел в союз писателей и сказал, давайте ваших гениальных поэтов. Ему дали. Но он мне сказал коротко, но это нас не устроило. И тогда он пошел другим путем, каким мы все с вами идем. Он обратился к своему другу, простому программисту. Говорит, у тебя есть любимый поэт? Есть. Ну, дальше все понятно. Он назвал мое имя, Секонд Банк впервые его слышал, и дал книжечки, которые я делал, я наворовал в парткоме Литинститута много брошюрок Ленина.
И оттуда вытащил скрепки. Скрепки мне нужны были, а не брошюрки. А на этих скрепках Лена мне сделала сборнички, в частности, сборник «Компьютер любви». Вот этот сборник «Компьютер любви», отпечатанный через копирку, это еще при вонючей власти было, вот, звучало это произведение так. «Компьютер любви» написано в 83-м году. «Небо – это высота взгляда, взгляд – это глубина неба, боль – это прикосновение Бога, Бог – это прикосновение боли. Сон – это ширина души. Душа – это глубина сна. Свет – это голос тишины. Тишина – это голос света. Расстояние между людьми заполняют звезды. Расстояние между звездами заполняют люди. Прикосновение – это граница поцелуя. Поцелуй – это безграничность прикосновения. Человек – это изнанка неба, небо – это изнанка человека. Любовь – это скорость света, вот физики меня поймут. Любовь – это скорость света, обратно пропорциональное расстояние между нами. Расстояние между нами обратно пропорциональное скорости света – это любовь. Вот это такой отрывок. Хотелось бы пригласить главного виновника – выхода нашей газеты, хотя не он придумал ее формат, но именно этот человек пригласил нас сюда, в этот музей, и многое то, что происходит в нашей издательской деятельности, происходит именно с его подачи. Это член редколлегии газеты «Мол», антикризисной, нано-газеты Арсен Мелитонян. Дорогие друзья, дорогие коллеги, вижу родные лица, новые лица, всех приветствую. Стихи сегодня навряд ли будут звучать, потому что бегаючи по Москве трудно сосредоточиться, а стихи, в отличие от суетных дел, требуют сосредоточения. Вот, поэтому хочу немножко просто рассказать о том, что происходит в этих прекрасных стенах, и пригласить вас сюда не только на замечательные вечера Союза литераторов, но и на те встречи, которые здесь проходят помимо этого. Коллеги знают многие, что практически уже 40 лет своей жизни я увлекаюсь коллекционированием открыток, почтовых карточек, визитных карточек времени. И по воскресеньям здесь проходят встречи клуба филокартистов, коллекционеров, открыток. Если у кого-то есть интерес, если у кого-то есть желание, то милости просим. И вот буквально 16 числа, 16 марта, то есть уже скоро достаточно, здесь пройдет тоже вечером презентация новой выставки, которая будет посвящена весне, которая будет посвящена прекрасному, которая будет посвящена прекрасному времени года, весеннее настроение, как раз выставка открыток. Где-то мы немножко повспоминаем праздник, который празднуем 8 марта, где-то мы поговорим средствами открытки о весне, о прекрасном. Приходите, это будет 16 число, а где-то часа в 4. Вот. Ну и, наконец, хочу просто сказать о том, что помимо всех замечательных проектов, которым помогаю и которым обязуюсь помогать и впредь Союзу литераторов, и очень надеюсь, что со временем мы сможем... Я настроюсь, я почитаю стихи обязательно. Вот. Хочу сказать, что в Центральном доме художника в сентябре будет открыт, видимо, новый проект, который будет связан с коллекционированием. Скорее всего, это будет форум коллекционеров России. Вот мы сейчас все это обсуждаем. И очень бы хотелось, чтобы те люди, которые пишут стихи, то бишь коллекционируют стихи, написанное стихотворение ложится в основу нашей собственной коллекции, индивидуальной коллекции, поэтической, чтобы, я думаю, мы там устроим очень хороший вечер и почитаем стихи, и еще одну площадку начнем осваивать Центрального дома художника. Я очень рад, что мне довелось быть одним из основателей антикризисного плана по изданию газеты «Мол» в таком замечательном формате. Я как коллекционер мгновенно это все положу в свою коллекцию. Вот. Благодарю, кланяюсь, поздравляю нас всех с замечательным событием и надеюсь, что это место станет, ну оно уже стало, но оно еще более гостеприимно будет встречать, открывать свои двери представителям нашей прекрасной творческой профессии. Спасибо, Арсен. Спасибо. Спасибо.
Дорогие друзья, мы выпускаем не только мини-газету антикризисную «Нано-Мол». Союз литераторов уже много лет выпускает альманах «Словесность». И мне бы хотелось, чтобы еще член нашего союза, интересный поэт Валерия Исмиева, прочитала несколько своих стихотворений, связанных и с публикацией в альманахе «Словесность». Я прошу прощения, не пугайтесь этой огромной стопки, я из нее выберу всего 4 стиха. Улыбнись, ведь ты мне сестра уранья, беглянки обе в потусторонние, на двигателе внутреннего сгорания, огонь мой, сердечный огонь, агония повседневного, шатание в невесомости, ускользание из общего тяготения, до безмирности, от бездомности. Гретой Ота мерцающее отражение, не дается что пясти и линзам Барлоу, в звенящих развилках, повелики, хмеля, спиралях, лишь чудится со незримое слову, линия жизни в инфракрасном френеле. Так в рассветной испарине земных растений, истомленных обманным соитием с небом, во тьме мелькает иллюзии светотени, очерк крыл с отблеском салок Феба, что дразня Икара поднимал все выше к вспыхнувшим узорам вееров вселенных. Разве жизнь немалая плата слышать их взмах в распластанных гемолимфой венах? Пейзаж Рубенса, поскольку мы здесь присутствуем, в общем, в музее, где очень много дани отдано искусству, ну, может быть, вот что-то написанное о художниках, хотя это только, так сказать, ну, какая-то отправная точка. Из центрифуги зимнего ненастья, где свет и тьма ввалились в западню, свирепой схватки с потайным участием к противнику, в стихийную петлю, влекущий все, с холста ли, с плащаницы, исход один, сквозь зрителя зрачки, туда, где этим силам вечно биться, покуда сердце не порвут в клочки, или пока жемчужное безмолвие, всплывая из тяжелой глубины, не стащит сдали покрывало вдовье, стерильный знак господства и вины. Мы повернулись медленно друг к другу и посмотрели пристально туда, где картой ночи проросла руда и шестикрыла чернь межзубьев луга. Русское море. Здравствуй, море, злое, тусклое, здравствуй, старая стихия. Ты пути шальные русские, тянешь в омуты глухие, колыхая под дракарами сеть гигзаметров слепую, острокрылыми гагарами в суе небо полосуя. Это ты от ветра пьяная пульс толкаешь в степи верстами, плещешь в уши окаянная перетопом, перехлёстами, перепененную оторопь, расшивая о сквозную, перевернутую сине топь, твердь отверзшую земную. Коротенько еще одно. Прощание. Сгорели праздники, и пепел перехода, и тени пребывания души смывает прочь с просторов света всхода, и радугой незримого прошит с той страны, где утро придыханье поддерживает лезвие крыла, тот голос, что за плещущейся ранью проталин неба в лилиях стекла. Спасибо.
Вы знаете, я уверена, что Валерия Исмиева привлекла ваше внимание. Это удивительный поэт. И я, в общем, называю это нашим открытием для нас, потому что мы не знали ее поэзии. Мы увидели, что у нее почти нет публикаций, нет книги. И стихи Валерии Исмиевой мы опубликовали в разделе «Новые литературные знакомства». Мы всегда рады, когда Валерия читает свои стихи. Мы надеялись, что сегодня будет чуть больше, но вот так вот сложилось время презентации совершенно неожиданно. Но почти на каждом, на каждой нашей встрече мы слышим поэтический голос Валерии Исмиевой. Вот так выглядит пока наш альманах «Словесность». Вы видите здесь книга 2015 и книга 2016 года. Есть, конечно, мысли, что можно издавать в антикризисном мини-формате, как бы несколько томов сразу. Вот Борис Якубович сразу почти чуть не упал в обморок, представив себе наш альманах в таком небольшом формате. Своих авторов, тем более, мы представляем достаточно живописно. Вот на форзацах вы можете видеть. Мы просим от авторов самые неожиданные фотографии. У нас здесь и на ледниках, и на подводных лодках авторы кто где бывает, и с детишками, и с внуками, и на рок-фестивалях. Так что я думаю, это издание интересное, и мы надеемся, что будем еще вас с ним знакомить.